Добрый день, дорогие друзья, вы на канале ТОПСАД. Так, появилась. Ну и о чем мы говорим дальше? Сегодня мы с вами поговорим о натуральных продуктах, которые помогают нашим растениям. Это экстракт хвои. Это натуральный инсектицид и иммуностимулятор. А это что, так что за зверь такое? Чем он лучше или хуже обычных биохимических препаратов? Ну, во-первых, экстракт хвои поможет защитить ваши растения от вредителей, прежде всего от колорадского жука, тли, яблоневые плодожорки, огневки, долгоносика, медяницы, крестоцветной блошки и других. Блошек. Хорошо. А и как он используется? Он, значит, разбавляется 1 к 100? Так, секундочку. Это еще не все. Кроме того, экстракт хвои оказывает антимикробные и противовирусные воздействия. Ужас. То есть защищает от фитопатогенов. Слов нет. И третье, оказывает активное развитие и на рост растений, увеличивает иммунитет и урожайность. На сколько раз урожай увеличивается? Хотелось бы знать, как бы в натуре. Но это мы проверим потом, да? Проверим, ближе, да. Ближе к какому? Июню, августу, ноябрю? Посмотрим. И как пользоваться? Да. Значит, используют экстракт хвои для корневой и внекорневой листовой. Подкорм. Листовой, да. Опрыскивание по листу. 20 миллилитров этого экстракта Пизелька. Разводят в 1 литре воды. И потом? Да, и производится корневая подкормка 1 раз в неделю. При опрыскивании по листу тоже 20 миллилитров на 1 литр воды, и опрыскивание производит 1 раз в 2 недели. Ну хорошо, от черной ножки для помидор помогает или от фитофторы? Нас конкретика интересует. Поможет, сегодняшний поможет. Вот... от фитопатогенов. Сегодняшний фитопатоген, это значит все проблемы, которые сегодня сталкиваются у нас в грядках, на огурцах, кабачках, помидорах и прочее. Нам нужен надежный аппарат, чтобы в одном флаконе, говорит, все было слажено. Эта штуковина работать будет или нет? Вы даете на эти ответственность, иначе мы к вам придем в огород. Приходите. Так, насчет огорода. Будем вместе проверять. Насчет огорода. Вы видите, с левой стороны у нас были сельдереи, мы сажали на талую воду, а справа на эпин, да. Все-таки талая вода, видите, как хорошо подействовала, и сельдерейчик у нас, ну, прям джунгли. Хотя с правой стороны он тоже потянулся. Потянулся он благодаря тому, что у нас потрясающая тепличка или парничок стоит на подоконнике и обеспечивает нам невероятный результат. Меня хлопают и говорят, что надо заканчивать и закругляться. Поэтому, господа, всех секретов не буду раскрывать. Ждите новых указаний и рекомендаций по нашему с вами огороду. Удачи на даче, чтобы всем нам стать богаче.